Я вас всех приветствую, дорогие мои. И пришла тема такая, что в его жизни сейчас загадывайте человека, пока я тут готовлюсь, а пока я со свечами занимаюсь, да? Что в его жизни происходит сейчас? Произнесите имя, представьте этого человека. И мы давайте посмотрим, что за человек, да? Что за человек, вы сразу узнаете, срезонирует или нет. Что за человек у нас сейчас идет на разговор? Человек, который хочет мира. Человек, который хочет вывести отношения на новый уровень, закончить старый период. Это у нас мужчина либо водной стихии, выпадает рыцарь чаш, где-то среднего возраста, приблизительно такого от 30 до 40, да, желает восстановить баланс в голове, в мыслях, в чувствах, в жизни, идет с любовью, причем, смотрите, на белом коне, да, ну хорошо. Давайте теперь я возьму другую колоду, посмотрим, а что у вас вообще в отношениях происходит. Раз он хочет мира, наверное, стоит догадаться, но мы все равно посмотрим, что у вас сейчас происходит в отношениях с ним, с этим человеком, который вышел, с этим рыцарем. Каждый наполняется сам по себе, каждый имеет некую степень разочарования, то есть каждый считает, что он вложился достаточно много, достаточно сильно в эти отношения, но вот не получил наполнения. Друг за другом идет такая как бы слежка, да. Но мужчина тут подумывает, мужчина, кстати, вышел из отношений, но мужчина подумывает в эти отношения вернуться. Ну хорошо, пока не вернулся, давайте посмотрим, что же в его жизни происходит. Что происходит в его жизни вот этого вот мужчины, либо водный. Ага, смотрите, по справедливости тут что-то происходит. Что в его жизни сейчас происходит, мы вот так вот прямо возьмем, да и узнаем. Что в его жизни сейчас происходит? Простите, у меня колода перевернута, я перевернутые карты не смотрю. Итак, мужчина влюблен, мужчина связан узами любви с какой-то женщиной. Что за женщина? Давайте посмотрим. Он застыл в принятии какого-то решения, но решение принимает на уровне эмоций. Женщина у нас королева жезлов, вышла прекрасная королева жезлов, страстная, возможно, огненная стихия. Это может быть, девочки меня смотрят, овен, стрелец, львица замечательная, да? И вот, ну, конечно, таких огненных вообще невозможно не любить, я вам сразу говорю. Я сама овен, и каждый мужчина, который попадал в мои лапы, так скажем, всегда мне говорил, тебя невозможно забыть. Мужчина хочет что-то выяснить, прояснить. Пока вот он на эмоциях, то есть когда он вас вспоминает, когда он вспоминает об этой любви, у него сразу возникает желание что-то выяснить в будущем. Может быть, по карте звезда, этот человек находится на расстоянии и тянет, так скажем, время для того, чтобы выждать подходящий момент, как он считает, который будет более успешный. Но мужчина, несомненно, явится. Тут у нас рыцарь Пентакли, а это рыцарь мечей, да. Все, видите, все рыцари, то есть категория возрастная мною выбрана была правильно. Заявит вам о своей ценности, может быть, даже у кого-то и проиграется предложение руки и сердца. Пока человек не в ресурсе, да и вы тоже не способны его притянуть. Может быть, меня тут смотрят девочки, которые увлекаются картами, которые, может быть, увлекаются магией и эзотерикой, либо просто интуитки. Что в его жизни происходит? Трансформация в его жизни происходит по карте смерть. Человек меняется, меняет себя, меняет свое мировоззрение, свою картину мира в связи с тем, что произошло. Человек находится в энергиях любви. Человек хочет, вот, судя по тому, что он сейчас не в ресурсе, он хочет изменить ситуацию. И что для этого будешь делать? Я для этого буду желать остаться победителем, да? Я буду искать новых побед в этих отношениях. Каким образом ты будешь искать? Я приеду, проявлюсь, я докажу свою страсть. У него слишком много мечт, так скажем, и фантазий относительно вас, но не все он готов реализовать. Он готов на эмоциях вот бабах прискакать, но когда вы его прижмете к стенке и скажете, дорогой, ну так-то у нас было, так-то уже не надо, да? Давай-ка мы немножечко что-то переиграем, а он еще не принес ничего, как это переиграть, да?
Что еще происходит в его жизни? Он в зависимости от вас по карте дьявола. Да вы тоже тут, походу, от него зависите. А мужчина еще зарабатывает деньги. То есть на хорошую, красивую, страстную женщину нужны деньги. И мужчина собирается вкладываться. Сердце его разбито. Дорогие сердце, что ж вы ему сердце разбили? По семерке Пентакли он разочарован, с одной стороны, в себе. То, что он где-то не соответствует, не дотянул, не смог. А с другой стороны, и в вас тоже. Потому что вы-то ему тут сердце разбили. Вы-то ему сделали фи и сказали, хотя он и сам вышел, но вы всего скорее смоделировали ситуацию таким образом, что мужчина, ну, вот не захотел терпеть себя рядом с вами таким каким-то нереализованным, да, каким-то вот он почувствовал, что вот он не дотягивает, и скорее в кусты, да, скорее добирать, так скажем, опыта. Смотрите, в ваших отношениях самый плохой период уже позади, да, тут 10 мечей, да, тут разговор о страданиях, но только... Поймите, пожалуйста, правильно, только когда наступает последняя капля терпения в страданиях, только тогда человек идет в трансформацию. Только тогда он, как последний глоток воздуха утопающего, начинает думать, а что мне надо сделать? А сделать надо измениться самому. И вот он уже готов к этому. Опять карта мир. Смотрите, как классно. Человек собрался мириться. Те, кто в ссоре, те, кто на паузе. Человек собрался выводить отношения на новый этап. Смотрите, пока вот он считает, что... Он даже недоволен собой, считает, что он себя ворует время тем, что не проявляется. А давайте мы теперь обозначим период. У нас сейчас заканчивается год, у нас сейчас заканчивается, скоро будет, значит, начало нового месяца, а потом этот месяц закончится. Вот давайте мы до конца этого месяца, который вам попался, если меня смотрят зимой, то и до конца года, да, вот этого, посмотрим его намерение к вам на другой прекрасной колоде, которую я обожаю, лес любви. Итак, до конца месяца намерения к вам все-таки проявится или вам нужно будет подождать. Он пытается считать ваши энергии, а вышла женщина. Еще раз говорю, девочки, интуитки вышли, видите, интуиция и карта женщина. Нет, пока он не настолько глубоко видит картину происходящего между вами, что ему нужно меняться. Да. Он только думает о том, какая вы красивая, и о том, как он с вами, может быть, где-то плохо поступил, а может быть, вы где-то с ним плохо поступили. Вы нашли какие-то планы относительно вас, но любовь жива. Любовь жива. Тут есть такая подсказочка. Мужчина ждет еще, что вы как бы вот своим молчанием, своим таким энергопосылом, да, он ждет, что вы проявите, такая манипуляция, да, с его стороны. Вам подсказывают, если вы будете проявляться, вы попадете в то же самое болото. Поэтому дождитесь проявления от мужчин, так проявится в загадный период. Ну, по карте ребенок попытается по легкости сделать какой-то взнос свои 5 копеек в эти отношения. Скажет ведьма, ты меня спровоцировала. Так что имейте это в виду. То есть одно дело, то, что человек имеет в голове понятие о том, что нужно действительно идти по пути трансформации, а другое дело... Идти в эту трансформацию – это немножко разные вещи. То есть осознавать он осознает, но как это сделать, какими путями к этому прийти, вот он еще этого не понимает. Инструментов, так сказать, в руках у него нет. Всем любви, всем добра, не забудьте подписаться.